Как же хочется попасть на новогоднюю вечеринку. Но охранник строг и неумолим. Вход только по билетам. Да неужели? Эти ребята обязательно что-то придумают. Может быть, фокусник знает, как преодолеть неприступного стража? Фокус-покус. Несколько ловких движений. И что за ерунда? Нет, это не похоже на билет. Минуточку. Не все получается с первого раза. А вот теперь то, что нужно. Держите билетик. Алекс просто глазам не верит. Может, этот хитрец прячет в шляпе что-то еще? Да нет, вроде пусто. Ладно, проходите, любезный. Сейчас начнется все самое интересное. Окей, окей, главное, что есть билет. Остальное секьюрити не волнует. Фокусник уже внутри. А сейчас время истинной магии. Сейчас потерпи еще секундочку. И абракадабра. Привет, Эмили. О, Райан, как сам? Чарли, присоединяйся к тусовке. Эй, Джек, какой ты нарядный. Вуаля, ловкость рук и никакого мошенничества. Вот это настоящая магия дружбы. Пора зажечь эту вечеринку. Ого, вот это щедрый подарок. Кому-то явно повезло с тайным Сантой. И как этот парень умудряется его тащить, просто невероятно. Ну ладно, билет есть, проходи. Хорошего вечера, бро. А это еще что за сюрприз? Эх, ну ты серьезно? Охранника не проведешь. Взгляд наметанный. Раз, и обман раскрыт. Чао, бамбино. В следующий раз придумай что-нибудь получше. Надо брать пример с этого хитреца. Пронести друга в коробке – отличное решение. Ура! Безбилетный пассажир на борту. Да здравствуют хитрости большие коробки. Полиция в здании. Что стряслось? А может, страж порядка тоже хочет оторваться на вечеринке? Но нет. В полицейский участок поступило срочное сообщение. В вашем клубе находится опасный преступник. Охранник просто не может оставаться в стороне. Долг зовет. И раз полицейскому нужно пройти внутрь, нет вопросов, сэр. Конечно, билет не нужен, о чем речь? Спасибо за доверие. Мы приставим тебя к награде. Интересно, а ты точно был полицейский? Ага, а тут новые гости. С билетами. Да, хвоей здесь и не пахнет. Нет, бро, мишура тебе не поможет. Ты не елка, а человек. Просто прими этот факт. Да, это елка. Просто новый экзотический сорт. Только вчера с селекции. Ау, парень, сдавайся. Секьюрити тебя раскусил. Какое настойчивое новогоднее дерево. Эу, елка, здесь вход по билетам. Нет билета, топай домой. А что делать с елочными друзьями? Билеты есть, так уж и быть, проходите. О, неужели кто-то уже хочет покинуть вечеринку? Нет, судя по его виду, веселье в самом разгаре. Да это же тот самый полицейский. Да уж, вечеринка его не щадит. Он явно вошел во вкус праздника. И даже хочет позвать своих друзей. Доктора. И медсестру. Ничего личного, просто человеку внутри стало плохо. Какие билеты, охрана, это скорая помощь. Проходите, ребята. Просто исполнение профессионального долга, бро. Кстати, как ты здесь держишься, напарник? Опасность повсюду, так что следи в оба. Ух ты, какой торт. Да, столько крема. Обожаю взбитые сливки. Наверное, очень вкусный. Но главное, что у той, кто его доставляет на вечеринку, есть билет. Жаль, нельзя попробовать эту вкусняшку. Эх, ладно, проходите. Ну вот, почему охранникам никогда не достается угощение? Долгожданный торт прибывает на вечеринку. Ох, а можно мне кусочек? Подожди, все не так просто. Та-дам! А как вам такой тортик? И как вы вообще до такого додумались? Идея просто огонь. У бедных студентов всегда туго с деньгами, поэтому хватило только на один билет. Может, пропустишь нас?
Но для Алекса это неубедительный аргумент. У него своя математика. Билет один, а вас двое. Этот номер не пройдет, ребята. Придется выбирать, кто пойдет на праздник. Ну что ж, трудная задача. Время влажной уборки. Поднимите ноги. Уборщица? А что если... Отличная идея. Что же они придумали? Сейчас узнаем. Номер под названием «Я у друга вместо швабры». Оригинально, но нереалистично. Охранник не так глуп, ребята. Так что лучше пойдите и заработайте на второй билет. Ну, кто тут у нас еще? Один билет. А это кто на плече? Марионетка? Ну, кукла на шарнирах, не слышал? Выглядит странно. А что она может? Сейчас покажем. Он моя гордость. А ну-ка, поздоровайся с дядей, Тайлер. Видишь, какой умница. Упс, а вот это уже лишнее. Ай-яй-яй, какая нехорошая кукла. Окей, окей, проходи уже со своей марионеткой. Разумеется, это был очередной хитрый ход. Тайлер, ты просто талантище. Встречайте, друзья. Ожившая кукла Тайлер. Такого вы больше нигде не увидите. Как все-таки утомительно работать охранником. Вот бы кто-нибудь пришел и подменил. Привет, друг. Ты, наверное, устал? Ничего себе. Как он услышал мои мысли? Иди отдохни. Мечты сбываются. Ну, разумеется, все-таки Новый год. Время волшебства. Почему бы и правда не передохнуть? Но этот гном не так прост, как кажется. Ведь вся его доброта – лишь коварный замысел. Чтобы провести на вечеринку толпу друзей. Пс, давайте побыстрее. Похоже, сработано чисто. А вот и настоящий охранник. Эй, а где его сменщик? Похоже, это очередной обманщик. Ну, держись, гном. Сейчас тебе мало не покажется. И чтобы я тебя здесь больше не видел. Так, ну а это кто? Пожарный? Пропускай скорее, у меня срочный вызов. Хм, наверняка самозванец. Наличие огнетушителя еще ни о чем не говорит. А вот и группа поддержки. Врачи, полиция, пожарный. Не вечеринка, а заседание профсоюзов. Ничего не поделаешь. Видимо, без пожарного на спецоперации не обойтись. Подержи-ка огнетушитель. И не забывай, бди обстановку. Да, здесь точно есть какой-то подвох. Осталось понять, какой именно. А пока Алекс теряется в догадках, лжеотряд специального назначения уже разрывает танцпол. На охране этого клуба не помешает пройти тест на профнепригодность. Ха, наконец-то, действительно забавный маскарад. Это чудо смогло развеселить даже охранника. И кто это здесь так бойко бьет копытом? Рождественский конь? Очень мило. Вау, и даже билет есть. Ну ладно, проходи, парнокопытная, но только с условием. На вечеринку попадет только передняя часть. А что делать с хвостом? Эй, парень, а тебе придется поискать другую тусовку. Ну уже, скачи отсюда. Все-таки есть плюсы в работе охранника. Ну хотя бы вот такие бесплатные зрелища. Например, гигантская улитка. Надо же, какой талант! Это парень так вжился в роль. Да, как же он медленно движется. Интересно, успеет доползти сюда до конца вечеринки? Алекс уже все дела переделал. Ну, наконец-то. Привет, я улитка, а вот мои рожки. Но, увы, даже костюм и актерское мастерство не дают результата. Охраннику нужен всего лишь билет, которого у улитки нет. Прости, парень, здесь тебе не конкурс талантов. Никто не оценит твою самодеятельность. Что ж, тогда можно раскрыть все карты. Ух ты, так он еще и с друзьями. Увы, парни, сегодня не ваш день. Ух, какая гигантская конфета. Просто мечта любого сладкоежки. Даже Алекс теряет бдительность. И пропускает сомнительную парочку по одному билету. Ох, ну и денек. Чего только не увидишь. Ну, разумеется, на вечеринке выясняется, что у конфеты весьма интересная начинка. Добро пожаловать на пати, конфетка.
Понравились наши скетчи про новогоднюю вечеринку? А как ты планируешь отмечать рождественские праздники? Напиши нам об этом в комментарии. И обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на наш канал и жми на колокольчик. Не пропусти еще больше забавных роликов на канале Трум-Трум Селект.